актриса и режиссер Рената Литвинова вернулась в Россию. Об этом сообщает издание Star Hit. По данным издания, Литвинову заметили в Столешниковом переулке в Москве. Артистка участвовала в фотосессии. В 2022 году Рената Литвинова эмигрировала в Париж и раскритиковала спецоперацию России на Украине. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами. В октябре телеграм-канал «Медиавойны» сообщил, что компания Литвиновой «Рида Косметикс» терпит убытки второй год подряд. В 2022 году убытки фирмы составили 2,5 миллиона рублей, а в 2023 – 272 тысячи рублей. Согласно данным издания Daily Storm, Литвиновой принадлежит 20% бизнеса. Сама компания занимается производством парфюмерии и косметики. Еще в 2021 году Рида Косметикс приносила владельцам 5,5 миллионов рублей прибыли. В мае Рената Литвинова опубликовала фото певицы Земфиры на фоне слухов об их ссоре. В конце 2023 года актриса и певица отписались друг от друга в соцсетях. Стоит отметить, что они обе обнулили все свои подписки. Кроме того, Литвинова не поздравила подругу с днем рождения 26 августа, хотя раньше никогда не пропускала эту дату. Каждый год она делала пост, где нежно и с восторгом отзывалась о певице.